Владимир Юрьевич, как прошло лето, как провели отпуск? Лето прошло плодотворно, потому что был чемпионат мира, была хорошая международная конференция, где много новой информации, полезной для тренеров, полезной для развития хоккея. Мы постоянно находились в контакте с ребятами, с тренерами. Но в целом все удалось, то, что было запланировано, все было сделано. Как оцените трансферную кампанию этого лета? Я считаю, что нам, конечно, нужно сосредоточить все усилия на поиске центрального нападающего. По вратарям у нас остался один Светберг, взрослый и опытный. Ставка вся на него будет? Светберг у нас остался, но вот мои коллеги убеждаются, что у нас очень талантливая группа достаточно молодых ребят, которые не имеют большого опыта игры в КХЛ. А некоторые вообще не имеют опыта игры в КХЛ. Но они амбициозные, они талантливые. И мы возьмем риск и попробуем сделать хорошего, надежного второго вратаря. Некоторые игроки в конце сезона закончились травмами, кто-то оперировался летом. К началу сезона все ли будут готовы? Да, мы рассчитываем, что к началу сезона у нас все игроки войдут в строй. То, что касается Бодрова, он, может быть, немного позже будет, может быть, это где-то сентябрь, а возможно и октябрь, но у нас сейчас хорошая группа опытных защитников, которые смогут его заменить на этот период времени. С Игорем Григоренко мы говорили, он прилетает 13-го, и я надеюсь, что он сможет работать уже в общей группе, тренироваться с другими ребятами. Макс и сейчас тренируется, Майоров, и я тоже надеюсь, что в ближайшее время он войдет в строй. Я думаю, что к началу чемпионата, за исключением, может быть, Дениса Бодрова, все будут готовы. Какие вообще планы на ближайшие дни, ближайшие тренировки? Ну, вот 17 числа команда собирается, и проводим мы тесты. Будет до этого медицинское обследование. 17 мы собираемся, проводим тестирование. Потом улетаем на неделю в Юрмалу, где будем сочетать тренировки на земле, на льду. Сыграем контрольный матч с Торосом. Там тоже группа хоккеистов, которые интересны для нас. Потом возвращаемся домой, здесь тренируемся, улетаем в Чехию, где будет турнир. Будет две чешские команды, сыграем с «Авангардом» там. Возвращаемся домой и улетаем через пару дней в Швецию. Проверим готовность команды в матчах со шведскими хоккеистами. В заключение подготовительного периода мы сыграем в Кубке Башкортостана. У нас будут три матча. И это будет уже последний турнир, на котором мы определим и состав и будем подводить команду к старту в чемпионате КХЛ.